Поддон был пробит во время гонки, вылета с трассы, через двухметровый брусвер. Два сразу вылетело. Два флага! После заезда выяснилось, что поддон пробит. До старта оставалось 5 минут. Не успевали ничего сделать. Выход нашелся быстро. Пожевали жвачку, залепили жвачкой. И отъездили два заезда на пробитом поддоне. Вот, все масло вот здесь вот было. Вот сколько масла способна выдержать жвачка. Когда приехали в гараж, она оттаяла, и весь поддон из этого УАЗика, в общем, вот его следы. Липнет к маслу при температуре минус 25 быстро. Вот эта машина первое место в гонках взяла на жвачке. На жвачке. Сколько жвачки? Покажи. Сколько жвачки? Сколько жвачки? Ну вот. Упаковка от этого, ну как? На жвачке отъездила два заезда. В автокроссе сколько времени было между заездами, чтобы нажевать жвачку и залепить Нет, поддон? Пять минут до заезда было. Да. Пять минут до заезда было, когда потекло масло. Ну вот за это время успели нажевать, залепить и поехать. До старта. И машина заняла первое место. На жвачке. Снимают машину чемпиона телевидения. Это тот, который валялся за бруствером со спицами стекла. А потом вылез из-за него и всех победил. Все равно первое место занял. Что, ну, мы думали... Главное желание. Как давно пришел в автоспорт? Первый сезон. Сколько лет тебе? Мне 25. 25. Почему ты выиграл? Сам как ты оцениваешь? Почему? Мне повезло. В чем тебе повезло? Хорошо приготовил машину. Показал соперникам, что могу. Молодец он, Андрюха. Это он готовится. Сегодня вторник, в субботу ему опять ехать.